Парковка «Елочкой» теперь запрещена. На реконструированную улицу Черняховского с 12 ноября вышли парковочные инспекторы. Штрафы будут выписывать водителям, которые паркуются «Елочкой» по одной стороне улицы, которая ведет с пятой станции фонтана. После расширения дороги там появился соответствующий знак, который указывает, что парковка разрешена только параллельно дороге. Люди реагують по-різному. Хтось каже, що да, це правильно, повинен бути порядок. Зробили нову гарну вулицю, організували рух і для велосипедистів, пішоходів, автомобілів. Кажуть, правильно. Другі кажуть, ну навіщо це потрібно, нам так невдобно. Да? У нас, на жаль, люди звикли, якщо йому невдобно, значить це неправильно. Отмечу, что штрафы за парковку на разных сторонах разные. Если оставить автомобиль, где есть велодорожка, то водитель заплатит 680 гривен. А вот парковка «Елочка» обойдется дешевле.